Морщины между бровей могут быть признаком проблем со зрением. В мире существует не только общество защиты животных, но и общество защиты гадких животных. Дети, которые слушают некоторые современные песни, лучше справляются с экзаменами по математике. А в Болгарии бездельников поощряют приятными и вкусными подарками. Не верите? Смотрите программу «Доброе утро, страна». И вы убедитесь, что все, что мы озвучили, сущая правда. Завтра с 6 до 9.